Всем привет, ребят! Кого-то уже с наступившим, кого-то с наступающим Новым годом. Не буду делать там мега-мега отдельный видос с Новым годом поздравлений, потому что вы все прекрасно знаете, что делается в этой игре, в этой... Я даже не буду называть как. Короче, в Castle Clash. В общем, всех поздравляю с наступающим. Самое главное, здоровья вам, вашим близким. Особенно спасибо тем, кто со мной целый год, ну не год, кто с самого начала, кто целый год, кто подписан на канал, кто практически ежедневно в последнее время приходит на стримы, смотрит видосы, участвует в конкурсах. Поменьше, скажем так, негатива вам. Самое главное — оптимизм. Будем надеяться, что в следующем году будет много изменений, как и в игре, так и в жизни у всех. В общем, поехали, посмотрим, что у нас сегодня на Тайване, потому что здесь через там 7 минут все поменяется, по сути. Поменяется Battle Pass, поэтому я решил раньше зайти, посмотреть, что у нас было, что у нас будет, какие акции новые появятся, и запустить вам, не знаю, наверное, последний видосик в этом году. Ну, однозначно будет еще стримец сегодня. Будем пробивать дно крафтеров. Так. Поехали в Battle Pass, посмотрим. Ну, я показывал вам с утра, что сегодня просто какой-то трэш день. Нифига вообще нету. Я не знаю, с чем это связано, но просто печально Тайване. Да и на многих серваках плюх нету. Вчера были классные плюхи, я позабирал на некоторых аккаунтах. Мы забрали дофига огников на начальных аккаунтах. Так, поехали, посмотрим наш Battle Pass, поговорим о нем. Как видите, я его здесь даже не фармил. Почему? Потому что, ну, я, наверное, стал ленивым и забил, как и большинство людей, на эти обновления, потому что в них ничего толкового по сути нет. Вот у нас вводят какую-то хрень, либо нормальную тему вводят, она через обнову там, либо на следующую обнову просто не актуальна. Соответственно, ну вот это вот классная акция Battle Pass. Здесь они дали возможность собирать дальше скины. Мне интересно, или обновят они его в этот раз, потому что прошлый раз нас просто, у нас уже было с Лазулей это все дело, и опять у нас получается добавили его вот спустя там, не помню, один или два батл пасса. Ну такое, то есть здесь, да, это круто, это все классно, возможность собрать героя, собрать кучу плюх, я считаю, плюхи здесь, которые дают за, сколько он там, 5 баксов стоит, это реально круто. Для бездоната же это, ну, печаль, потому что вы не имеете возможность собрать полностью все. Вы только максимум там до 40 левела доходите. То есть нету возможности, вот нафига было добавлять вот это вот бездонатом. Первый, пятый, 200 и 20. Вот ЗПшки и 20 книг. Блять, каких-то несчастных 20 книг. Это просто жесть. Тут сделайте уже так, чтобы люди могли фармить все 50, а не 40. И получается, что вы вот дофармливаете, вы даже не можете вот это забрать, если я не ошибаюсь, 43-й. Только чисто через донат. То есть доходите до сюда, дальше все, это уже недоступно. Ну, бред полный. Вот вы сделали какую-то акцию, локацию, то, блин, доделайте ее до ума, до нормального, чтобы всем было удобно и комфортно. А то получается ни туда, ни сюда. Как видите, закончилась у нас линия обороны, новой нету. Скорее всего, они ее будут либо в обнову запускать, либо непонятно как, но будем ждать. Возможно, сейчас запустят, не знаю, осталось там 5 минут, 4 минуты. Забираем по максимуму плюх. И посмотрим сейчас, что в итоге у нас будет в новом Battle Pass. Я надеюсь, его хоть запустят сегодня. Хотя все может быть, если они акции провтыкали. Ну, оно должно, по идее, на автомате запускаться.
каждого первого числа, но кто его знает. Так, что у нас тут? 44-е идут. Хотя бы плюс-минус запомнить, что есть восьмерки, 200 самоцветов, 4000 кулаков, 275 скина. Ну и, конечно же, перки. Так, окей, ну, блин, 2 минуты осталось. Осталось 2 минуты, сейчас посмотрим, почистим склад, что у меня тут на складе есть. Освобождаем это все. Фига себе, 1007, это, наверное, с доната. Либо, скорее всего, с акций некоторых. Надеюсь, что следующая обнова, первая обнова, она где-то в 20-х числах обычно проходит Нового года, 2020-го, она будет повеселей. И они хоть что-то поймут с того, что им там пишут, не знаю, говорят. Либо у них поменяется там состав. Это самый, наверное, идеальный был бы вариант, чтобы вот просто поменялся состав тех тестеров, я не знаю, кого, кто там придумает, кто у них там главный мозг, но они просто за этот год убили игру. Так, ну все, места посвобождал. Сейчас мы с вами, ребятушки, посмотрим, что у нас поменяется после Нового года. Я буду орать, если ничего не поменяется. Так, это какие-то халявные группа. Грубая сила. Нифига себе, у меня тут еще питомцы есть. Да ты что, два сколка некроса. Мы идем к победе. Нифига себе, откуда у меня здесь первая сумка? Раритетная. Ну что, выходим. Как думаете, что добавят? Я думаю, добавят какую-то акцию, скорее всего, календарь. Мне кажется, будет новый календарь, Battle Pass. И какие-то плюхи по-любому должны дать. Это же все-таки Тайвань. Остров вот только закончился. Возможно, остров запустят. Поехали, смотрим. Смотрим, что для нас IGG придумала на Тайване в 2020. Итак. Бум. Ничего нету. Нету вообще нифига. Ай-яй-яй-яй-яй, IGG. Так, есть коллекционер, ребята. Ничего, короче, у нас не поменялось. По акциям ничего не добавили, смотрим новый Battle Pass. Новый Battle Pass у нас с Вольтом. В общем, я думаю, все и так, всем понятно. Ничего не поменялось, просто поставили обратно Вольта. Поставили сюда Крока, ой, Крока, говорю, этого, Драко, Крока, Драко, какая нафиг разница. В общем, добавили Вольта, скин на него и хер забили. В общем, вот так вот, ребятушки. Такая вот у нас в 2020 году творится. Начало очень веселое. Все точно так же, как и с Ледяхой. То есть, по сути, ничего интересного, только забрать скин и не париться. Больше нифига нету. Ну, возможно, в 8 утра утром обновят и будет что-то интереснее, но пока вот только так. Что я могу по этому сказать поводу? Печально. Это реально печально, но ничего не сделаешь. В принципе, выходные, можно их понять, праздники, все дела, но можно же когда-то что-то сделать и поменять хоть
поменять. Они идут уже по второму кругу. Я не сомневаюсь, что мы еще и по третьему пойдем с этими батл-пассами. Ничего удивительного. В общем, такие вот дела, ребят. 2020 год на Тайване уже начался. Новый Battle Pass. Пишите комменты, что вы думаете. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.